В Химках на заседании Совета депутатов приняли изменения в бюджет на этот год. Уже в начале 2019-го из областного бюджета в Химки направили более 560 миллионов. Деньги пойдут на строительство новых детских садов, школ, ремонт подъездов и установку камер видеонаблюдения. Также обсудили и безопасность региона. Начальник управления МВД России по городскому округу Химки представил отчет о работе ведомств. Тяжких преступлений в Химках стало меньше на 16% по сравнению с прошлым годом. Чтобы их исключить, стражи порядка всегда начеку. Химки как становятся более привлекательным с точки зрения жизни для людей, и так и с точки зрения привлекательным становится для лиц, которые нацелены на кражу имущества чужого. Поэтому, конечно, здесь очень большая нагрузка лежит на нашем УВД, на участковых, на всех, на постовых, на ГИБДД. И мы видим, что они прикладывают все усилия, максимальные, и администрация помогает. Также распределили бюджет в сфере спорта. На реконструкцию спортивных сооружений в Химках выделят более 60 миллионов рублей.